Итак, что нам понадобится для рыбного супа? Собственно, рыба, картошка, луковица, морковка, соль, перец, сливки, ну и какие-нибудь специи, которые вы любите, зеленушка. Вот так вот я порезала кубиками лук и натерла на терке морковку. Налила растительное масло, и сейчас мы все это обжарим, потушим до мягкости лука. У меня все обжаривать. Я хочу добавить вот этой приправы. Здесь соль есть, кроме соли. Соли, наверное, тоже немножко добавлю. Все, можно теперь добавлять сюда картошку, горячую воду. Картошку нарезала кубичками небольшими, налила воды, горячий кипяток, 200 литров. И потом картошка, когда вот почти сварится, я тогда добавлю рыбку. Когда рыба сварится, добавим сливки, зелень. Картошка почти сварилась, можно добавлять рыбку. Сейчас она поварится, я попробую на соль, если что, добавлю еще соли. Рыбка поварилась 5 минут и добавляем сливки, 200 литров. Еще раз доводим до кипения, добавляем зелень. И вот такой красивый суп у нас получился.